Так, чем тут творим? Красоту нереальнейшую. Женька, узнал? Кто тут мне маникюрчик-то делает прекрасный? Это та самая знаменитая Марина. Маникюрщица Марина. Маникюрщица Марина, да-да-да-да. Слушайте, не знаю, какие у них там романы с Женей или какие вообще непонятные истории. Вот, но маникюр она делает просто прекрасно, правда. Романа не было. Смотрите, кого мы встретили, кто к нам тут пришел, да. Кому мы приехали в гости. К Бали! К Бали! Мальчики, блин, засрались, наконец-то в гости приехали. Так, Настя, что, как дела? Ну, вы приехали уже хорошо. Вы помните Балю? Ребятки, дело срочное. Короче, мои друзья, бывшие участники, Настя Балинская с Лешей Кудряшовым, срочно ищут себе квартиру в Москве до 35 тысяч, без посредников, без всяких залогов и так далее. Если есть какие-то варианты, напишите, пожалуйста, Насте в директ. Короче, ребят, Леха хочет, просто умирает, как хочет прийти на проект, а Балинская ему всю башку уже вскрыла. Никакого проекта и все такое прочее. Как вы думаете, стоит ли им возвращаться обратно? Да, да или нет? Ну, там сейчас Саня отметит. Глядя в лицо Ромашову, там что-то это... Не, нормально вообще, блядь? Вашего Ромашова и там, и тут передают. Ромашов, ты везде! Скотина, вот мы только от тебя уехали, а тебя даже здесь снимают, а? Коммунальная квартира. Это коммунальная, коммунальная страна. Эрлок, какую собачку, правда, в наморднике. Дю. Чтобы ребеночка не съели. Черлок, знаете, какая прекрасная, прекрасная собачка. Да, Шерлок? Зай, хочешь такую собачку нам куплю? Такую можно. Правда, я боюсь, потому что она в наморднике. Чего ты ко мне задницей стал? Шерлок, можешь лицом? Можешь лицом, Шерлок? Вот что значит женщине дать возможность собирать... Самокат. Я, блядь, ни хера не понимаю, как вот это вот... Это ж самокат? Да. Ага. Это штука, они же даже когда-то... Саш, ну давай уже. Ну и нет. Перестань. Подарил... Перестань! Подарил ребенку, катается мать. Как так? Зато я сама собрала. Да. Такая сложная конструкция просто по сбору. Так, теперь как разобрать? Ты хочешь пукнуть? Смотрел себе в челюсть. Чуев, мы немножко вспомнили, нас нахлынула ностальгия. Мы хотим передать ей огромный привет. Что ты делаешь? Саш, подними. Саш, почему ты все сожрала, мне ничего не оставила? Вот как я так? Я ничего не ела. То есть ты съела весь... Это что такое? Это кулич. Кулич. Ты съела весь кулич. Нет, ты еще дедушка. Друзья, уверен, вы, конечно, знаете, кто я, но вы не знаете, кто за кадром. За кадром находится Александра Зигизмунд Алтуфьевна. Это человек очень творческий. Платова. А, Александра Платова, да. Платова, это по девичьи, ты сейчас уже как бы за мужиком, с ребенком на руках, поэтому тебе нужна помощь. Ну, неважно, короче, очень талантливая, очень харизматичная, очень хорошо снимает, я надеюсь. Умеет петь, танцевать. Давайте веселить народ, поэтому, друзья, заходите к ней на страничку. Разумеется, я вам не покажу, какая у нее страничка, поэтому придется ее найти вам в Инстаграме, а вы, надеюсь, что сможете сделать, потому что вы искать умеете. Ну вот, ее нужно заказать и заплатить. Придурок.
И тогда вы увидите, на что она способна. Она может все. Может напить что-нибудь? Отлично, сойдет. Поверьте, она очень голосная, очень... Зайка, ты просто космос. Особенно в этих очках. Покажи свой маникюрчик. Леди. Короче, решил сделать зайчике себе подарок. Снял номер. Просто бомбовский. Просто шикарный. Про кровать я просто молчу. Что здесь можно делать, вы даже не представляете. Но самое главное, подарочек, это ты. О, это божественно. Ночка будет жаркая сегодня. Ой, Настя, привет. В гости пришла, слава богу. Сколько тебя ждали? Мне кажется, пока мы тебя ждали, твои волосы превратились просто в ад. Согласна, мне нужен парикмахер, Лёша. Я здесь, ты будешь лысой. А ты, Лёша, прости, мёд продала? Друзья, пожалуйста, срочно вот этому бомжу нужна квартира, поэтому те, кто сдает, либо те, кто знает, кто сдает, пожалуйста, пишите мне в директ. И зачем тебе? Ему пускай пишут. Пишите ему в директ, но они его не найдут, он бомж. Пишите мне в директ, и я ребятам обязательно помогу. Пожалуйста, пишите только быстрее, а то смотрите, что с ним происходит. До 35 000, без всяких обманов. Да, наебалово им не нужно, они сами уже наебаловы. Лёш, Лёш, ну сколько можно пить? Для бицепса какие? Не бицепсы, блядь. Не бицепсы. Сиськи вырезай, иди, блядь. Даже сиськи все свои. Настя, ты как бабка реально ворчливая. Так я и есть бабка, блядь. Так, друзья, давайте мы поможем Лёше определиться, стоит ли ему работать стриптизером или нет. Или что? Или не возвращаться. Или возвращаться на проект! Все, его распирает. Бля, я помню, что это было. У меня же контракт, блядь, с выпу лапа, я с сишкой иду, стой, ты что, тормози родной. Бля, я помню, как ты США приперся в этот день. Ты сейчас ты... Бля, я вспомнил, ты пиздец. Я что-то еще не могу отчаять. Да, единственный, кто мне отвечал и говорил, что он там себя нормально ведет, это Йося. Ромашову там что-то это. Не знаю. Вашего Ромашова и там идут передают. Ромашов, ты везде! Свою Пасху я уже отметила. Сейчас идем светить Коко. И завтра будем отмечать Пасху публика. Ну, наконец-то мы дома. В Москве, конечно, в кровати не поваляешься. Но в такой кровати, как в отеле «Погост», хочется спать постоянно. Вы видите, кто там приехал к нам в гости? Выгружайте. Это наши пупсики. Санька с Йосиком приехали, зайки наши. Лёха, пожар! Блядь! Смотри, пиджа, опа! Ему вообще побег! Лёха, на работу вставай! Ой, я знаю точно! Главное, по голове не бить! Ты живой! Да, мне кажется, что... Так соскучился по этому дикому ритму. Суббота, 6 утра, кудряш бежит по делам. Рожа опухшая, ну ничего, погнали. Только что прошел консультацию по своим гинекомастиям у Михаила. Ссылочку на него оставлю. Сказал, что аккуратненько почистим через сосочек твою железу, и будешь выглядеть огоньком.
пока Анастасия Болинская лежит на этой волшебной кровати в сексуальной позе, я несу ей завтрак. Тут у нас эклеры, рулеты с курицей, кофе, коктейль молочный и чипсы банановые. Короче, у нее будет сегодня идеальнейший завтрак. Кудряш красавчик. В 6 утра встал, все дела сделал и еще накормил свою зайку. Точнее, накормит. Дорогие друзья, знаете, за что я обожаю Москву? За ее ебическую функцию двигать людей. Она прям просто тебя заставляет не сидеть на месте, поднимать свою жирную жопу и куда-то идти. Обожаю тебя, любимая. Оп, Марлин, привет. Ой, ну помню на портике. Свободно.